Наш центр был основан в 2015 году. Основной его целью было и остается развитие социально-профессионального волонтерства и его включение в международные проекты. Для этого мы разрабатываем различные программы и мероприятия для наших студентов. Мы рассказываем им про международное волонтерское движение, помогаем принять участие в проектах за рубежом. В целом мы стараемся дать молодежи больше актуальной информации о волонтерском движении как в России, так и в мире. В рамках нашего центра действуют три основных направления – организационное, образовательное и международное. Принять участие в мероприятиях любого направления может каждый желающий, особых условий нет, мы рады всем. Главное, чтобы самим волонтерам было интересно то, что они делают. Как-то раз я наткнулась в группе на объявление о мероприятии. Мне было очень волнительно, немного страшно, неловко. Когда я туда попала, все мои сомнения и страхи прекратились. Меня очень тепло приняли, научили многим важным вещам в волонтерстве. И впоследствии я еще несколько раз волонтерила с теми же людьми. За последние 6 лет центр реализовал более 30 различных проектов. Каждый год мы организуем неформальный образовательный курс по волонтерству, собираем студентов, лидеров общественного мнения и партнеров на итоговом образовательном форуме, отправляем ребят на крупные события, как ивент волонтеров. Еще мы провели 5 международных волонтерских лагерей на экологическую тематику, участниками которых стали волонтеры из 25 стран. I have always been scared that since I do not speak Russian, so that could be a barrier for me to communicate. But since it was International Eco Camp, the mode of communication was English. So it made me, it was in my favor. I was like, okay, now no one can stop me to participate in this camp. So I just applied for this camp and yeah, I can say that my journey of volunteering started from International Eco Camp TSU. Наши благополучатели – не только студенты, но и некоммерческие организации и образовательные учреждения. В рамках этого сотрудничества мы помогли разработать механизм создания волонтерских сообществ при школах и НКО и научили их эффективно поддерживать свои волонтерские движения. Вообще мы заинтересованы всегда в любых площадках, где мы можем рассказать о себе и где можем привлечь свежих волонтеров. И такая организация, как Univol, нам в этом всегда помогает. Ребята проводят очень классные форумы для волонтеров. И на этих форумах мы обычно организуем свои площадки тематические, где приходят заинтересованные ребята. Но особенно мне нравится сотрудничество, которое выстраивается у нас в рамках кампусного курса. Есть такой замечательный кампусный курс по волонтерству, который читают специалисты волонтерского центра Univol. И здесь мы используем двойной фильтр. Вначале на этот кампусный курс приходят уже заинтересованные ребята, которые готовы приложить как-то свои силы, свою какую-то активность развивать. И в рамках кампусного курса они начинают проявлять свой интерес в сторону подростков, в сторону какой-то педагогической работы или наставнической, и приходят к нам. И вот здесь многие из них остаются, и это действительно настоящие волонтеры, которые, так скажем, прошли вот этот двойной фильтр, имеют хорошую мотивацию высокую и остаются потом в нашей команде. По сравнению с моментом создания центра, в нашей стране появилось намного больше возможностей и поддержки волонтерства, появилось больше организаций, конкурсов, в которых можно себя проявить. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы и форматы работы с молодежью, и на молодежное движение в целом. Мы развиваем дистанционные подходы в работе, а с другой стороны стараемся представить волонтерам больше возможностей для очного общения и участия в социальной жизни. На федеральном уровне можно отметить самую яркую, на мой взгляд, поддержку. Это, конечно, грантовая история. Это все, что касаемо подачи заявок, проектов, либо каких-то программ, стажировок в том числе. Прописывают организации свои проекты, либо какие-то идеи, акции и так далее. И затем, если они успешны, интересны и действительно нужны, то государство поддерживает их и выдает средства на финансирование. Из таких еще ярких примеров, на мой взгляд, поддержки, это создание комьюнити, сообществ на федеральном уровне посредством каких-то форумов различных, съездов, да, или даже сейчас вот это онлайн-площадок. В Томской области есть там «Твоя идея», есть субсидии для некоммерческих организаций, то есть если вы юридически оформлены, то вы можете смело подать заявку, если опять-таки все круто написано, да, и действительно идея, она нужная региону, то вы можете выиграть деньги на реализацию.
Важным проектом для нас стал ежегодный форум волонтеров About My Experience. На нем мы подводим итоги, а активисты могут обменяться историями и опытом. Самый первый мой проект, в котором я приняла участие, который повлиял на меня как на человека, это форум волонтеров About My Experience. Я сначала принимала участие как просто участник, а затем я уже стала в этом году организатором этого мероприятия. Изначально мне было очень приятно познакомиться с теми людьми, которые также занимаются волонтерством, которые имеют свой уже какой-то опыт, и познакомиться, узнать что-то новое для себя и вынести какие-то новые проекты, в которых бы я приняла в дальнейшем участие. В будущем мы хотим сосредоточиться на развитии партнерской сети с некоммерческими организациями, особенно в сфере инклюзивного, социального, культурного волонтерства. Также мы работаем над тем, чтобы при университете появились программы Service Learning. Это позволило бы совмещать образовательный процесс с общественно полезной деятельностью, создавая пространство взаимодействия университета и некоммерческих организаций через местное сообщество. Буду ли я в дальнейшем принимать участие в Юниволе? Конечно, потому что этот центр волонтерства стал для меня настоящим уютным местом, домом. Вся команда этого центра как одна большая семья, поэтому, естественно, если меня пригласят, я с удовольствием буду выступать в роли ментора, куратора или организатора. Я надеюсь, что НКО все больше будет включаться в развитие волонтерского движения в нашей стране, так как они неотъемлемые участники этого процесса, что это будет появляться все больше образовательных программ, которые бы учитывали образовательный ресурс и результат волонтерской деятельности для молодых людей. И не только в развитии молодежного волонтерства, но и в развитии волонтерского движения среди разных целевых аудиторий, среди разных возрастных групп. Когда-то, когда я еще была волонтером, я загорелась волонтерами международными, которые приехали к нам по обмену и волонтерили в рамках Томска, России. И, конечно, мне хотелось бы получить точно такой же опыт в другой стране, улучшить свои навыки языка, посмотреть другую культуру, узнать что-то новое, помочь другим людям уже в другой стране. И, конечно, для меня это сейчас определенная мечта, которую я могу исполнить до 30 лет. Юниволл высоко ценит сотрудничество с другими НКО и молодежными организациями. Мы рады, когда студенты из других городов и стран выбирают наш центр в качестве места для социальной и волонтерской практики, саморазвития, творчества. Мы готовы делиться своим опытом молодежных проектов и со своей стороны. И наши двери всегда открыты новым инициативам.